Всем привет, ребят. Ну что, отошел после вчерашнего обновления, выспался наконец и решил уже сегодня с новыми силами записать вам видосики про обнову, что нас ждет и чего ждать. И сегодня мы будем качать вот такого нашего огнекрыла, у которого и так имбовые параметры, показатели. Сегодня мы прокачаем ему 11-й скилл. Почему, я сейчас расскажу и посмотрим, насколько он еще имбовый станет, потому что, ну, он и так уже всех шатал, то сейчас он будет просто чумовой герой. Так, где наши огнекрылы? Вот. Давайте на десятке сравним. Ну, он бьет на десятке две цели. Каждых там 0,4 бьет с дополнительным уроном 380%, также понижает на 50% защиту, наносит урон по зоне 1760. Так, имеет входящий урон 10 000, восстанавливает себе здоровье на 100%. Смотрите, что у нас меняется на 11-м. Видите, да? Вместо двух целей, по которым он каждые 0,4 секунды будет выкидывать огненные эти шары, у него уже будет три цели. И урон плюс 40%, общий урон плюс 80%. Дальше у нас ничего не меняется. На 12-м тоже там, в принципе, ничего не меняется, только увеличивается еще урон дополнительно на 80 и на 40%. То есть это просто будет жесть. А еще если выбить новый талант, то там просто будет жопа. Так, ну, давайте сейчас его так просто покажу, чтобы понимали, о чем речь. Он бьет. И самое интересное, он теперь через всю карту долбит. Сейчас пройдет время, он включится. И будет отжаривать героев. Вот. Два огненных. Видите, да? Вот смотрите, как он их издали уже просто подбил. Но что-то может Некрос с 11-м скиллом и другие герои второй эволюции ему сделать. Но ни хрена они ему не сделают. Входящий минимальный урон. Вот осталось даже Фрея. Посмотрим сейчас. Смотрите, что он с Фрейей делает. Казалось бы, Фрейя, блин, имбовый герой. Крутой, но Фрейя просто уже отдыхает по сравнению с Огнекрылом. Единственный плюс, что рано или поздно его соберут и бездонатные игроки. То есть он не полностью донатный, но на сегодня его получить и выбить просто нереально там без донату. Есть. Все, поехали в судьбу. Вот у нас открылась судьба кратер вулкана. Была куча многих фейков по этому поводу. Там Минотавр будет. Нифига. Минотавра здесь не будет. Поехали, сейчас мы. Соответственно, у вас еще дополнительно поднимаются его статы. Он, помимо того, что он и так переначал нехило, сейчас получается мы его еще и по статом подымем. Не буду я тратить самики просто так. У нас осталось мало самоцветов. Надо будет сегодня еще прокачать кучу героев для архидемона. Ну, конечно, шестерук себя оправдывает тоже. Я скажу так, что судя по тому, что я уже как я его потестировал, герой действительно достойный. И если у вас будет пятая ремка на нем для PvP локации, то вы будете тащить и очень неплохо. Плюс он понижает там энергию. Ну, в общем, очень-очень-очень интересный герой. Нестандартный, я бы так сказал, для битвы замков.
В общем, не знаю, добавили новые таланты, там тоже полная жесть. Что же будет дальше? Я даже просто боюсь представить, они с каждой обновой меняют все и просто нереально успевать за этим всем. Конечно, там новые таланты интересные для некоторых героев, просто имбические, я бы сказал, на это я засниму вам сейчас отдельный обзорчик. Но там просто жесть. Да и так жесть обнова. Как-то они ничего не афишировали. Тут хоп. В принципе, с одной стороны, это было интересно. Не было кучи ложной информации. Так, есть. Сейчас посмотрим на него. Со временем, конечно, я пооткрываю здесь и 12, но, как видите, у меня нет. Так, вот он Огнекрыл, у меня даже один в карте есть. Но карту тратить не будем. Так, окей. Есть, мы сделали наконец-то ему. Сейчас еще немножко его подкачаю. Так, ну, смотрим, что у нас сейчас поменялось на нем. Интересно очень посмотреть. Вот 11-й скилл. Ну, урон, как видите, там просто очень жестко он бьет. Ну, самый, наверное, топовый на сегодня герой. Нифига не видно. Надо будет сейчас на другую расстановку зайти. Эти все герои вблизи, мы ничего не видим. Ну, в общем, ничего обычного. Он себе просто взял и ушатал всех. Ну, череп, давай. Убьете или нет? Череп мисует, включиться не может. Ну, только наконец-то включился. Но... Просто жесть. Что могу вам сказать? Так, ну-ка попробуем тут. Самое главное, чтобы он включил свое умение. Для этого надо время подождать. Потому что оно срабатывает как бы вроде и сразу, но... Как-то все попропадали. Нет, все-таки две цели он бьет. Странно. Странно, странно, странно. Сейчас зайдем на русский сервер, посмотрим. А, нет, вот три. Все-таки три, очень быстро он их убивает всех. С таким талантом, это просто жесть. Да, ребят, это просто пипец. Сейчас он будет реально очень крутой на 12-м. Там нереальный дамаг получается у него. Просто будет всех шатать. Быстрый заряд энергии, восстановление соточка, ограничение урона входящего. Ну, что я могу вам сказать? Это GG. Со временем, конечно, его все соберут. Ну, кто будет упорно бегать в лаборатории. Но просто как бы... Нафига вводить таких героев, которые просто убивают всю игровой интерес, потому что, ну, все ваши прокачки, все остальное, все до одного места, до задницы. Ну давай, вот, три, смотрите.
Просто, блядь, одним залпом фактически он просто унес всех героев. Ну, как это назвать? Это просто пипец. Нереальный герой стал. Он до этого был нереальный, но сейчас просто... Просто пипец. Насколько он стал офигенным. Парализует, ну смотрите, раз, два, три и все. Да и урон такой, что просто нереально как-то. Ну, хоть на нем сейчас и грубая сила стоит, но ну, если сравнивать с тем, что было и то, что сейчас. Дальник летающий, урон по зоне, урон такой, урон через карту. Парализует, восстанавливает себя, ограниченный урон. Ну посмотрите. Просто нереально. Кто там тыква осталась бедная? Ну что она тут может сделать? Давайте потестируем где-то на арену. Пойдем посмотрим на арене. Вот сейчас он тут будет. Вот урон по зоне, смотрите, там тоже как бы топовый игрок, да, вроде. Просто по три цели. Там Фрейя была от одного места. Этот, конечно, урон у него, если бы еще он шел по зданиям, то это все, это была бы просто жопа. Вот смотрите, что он один тут делает. Хоть у них титулы и выше, мы просто их шатаем. Хоть у меня и 11 скиллы. Еще пока не максималки. Ну круто, круто все смотрится. Поехали дальше. Вот 300 тысяч силы. Вот сейчас повелителем бури меня пройдет, наверное. Надо своего повелителя бури активировать. Так, сейчас мы сделаем изменения, поставим сюда Анубиса. Бигфут, Ворожей, Эя, Огнекрыл. Ну, Повелитель бури у меня еще не докачанный. Ставим Некроса. Вот таким составом попробуем. А там Фрейя на соседней дорожке. В принципе, это не страшно. А, смотрите. Ну, должны, должны, должны. Ну. Повелителя бури. Блин. Анубис умер и пропустил, получается. Давайте еще разок. Сюда поставим Некроса. Вот сюда Огнекрыла. До Фреи. Тут у нас будет. Так. Ну, у меня герои тут не собраны, поэтому. Так вот попробуем. Ну, тут 12 скиллы. Ну, опять ушатал повелитель бури. Надо себе тоже повелителя бури подкачать. Ну, так я его ушатаю, но не успеваю просто. Ладно, это такое. Давайте сбегаем еще не в Колизей, а в забытую. У меня тут карт немерено подкопилось. 49 карт, ребят. Это просто жесть. Основа отдыхает. Создать команду. Просто его одного поставим.
Как видите, я тут могу. Ну, я не могу, я наберу тут 1500 очей по-любому. Только надо будет удачно начать эту неделю. Смотрите, пачка. 6 героев, там 5 героев, да. Ну все. Они ему даже практически ничего не сделали. Он просто их парализовал и отлимонил, я бы так сказал, от огнекрылил, потому что ну это просто жесть. Там урон такой ходящий. Ну, в общем, что я вам рассказывать, сами все видите, в принципе, на хватает качнуть его на 11 скилл. И этого будет хватать, у него будет 3 цели. Да его даже можно не качать на 11 скилл, если у вас он будет, это уже победа. Потому что, ну, 11 скилл это уже все. Смотрите, ну что они ему могут сделать? 3 цели сразу, снимает бафы. Короче, вот так вот. Вот такой вот у нас будет обновленный. У меня пока 11-11, но я его по-любому буду тащить на 12-ку, чтобы не случилось, потому что это один из топовых героев, и надо все-таки будет его прокачать. Все, пишите комменты, участвуйте в конкурсе на Некроса. Всем удачи, всем пока.